Китайская Народная Республика обратила внимание на принятие правительством Российской Федерации комплексного плана развития Северного морского пути. Это масштабный план, который должен позволить нам достичь цели более 200 миллионов тонн ежегодных перевозок в 2030 и далее году. Поэтому это объем перевозок уже, который делает из СМП полноценную глобальную транспортную артерию, позволяющую не только вывозить на экспорт продукцию бизнесов, которые ведут деятельность в Арктике, но и делать международный транзит. Грузоотправители Азии получат возможность пользоваться СМП для того, чтобы перенаправить транспортные потоки с южного направления на северный. Это короче, это экологичней, и с учетом той напряженности, которая сегодня существует по вине Соединенных Штатов Америки и стран-сателлитов, которые ведут себя провокативно и предпринимают провоцирующие действия в азиатских морях. Важность Северного морского пути в этом контексте возрастает, и Российская Федерация предпринимает все шаги для того, чтобы развить инфраструктуру и флот на СМП и предоставить такую возможность странам Азии.